Здравствуйте, ребята! На связи с вами Сергей Куликов, он же Дед Мороз, и сайт фокусыотморяка.ру. В этом видео мы с вами подведем итоги нашего конкурса «Лучший комментатор за декабрь месяц». Но прежде чем мы начнем, уважаемые мои подписчики, уважаемые мои члены экипажа, матросы и русалки, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть следующий год будет для вас еще лучше, еще прорывистей, будет наполнен еще больше яркими эмоциями. Все страхи и волнения при работе со зрителями пусть останутся в прошлом году. А в новом вас будут ждать новые классные фокусы и, конечно же, море позитива, который вы будете дарить окружающим людям. Вот такое вот кратенькое поздравление. Ну а теперь давайте перейдем и посмотрим итоги конкурса. Кто же стал счастливчиками в самый последний месяц этого чудесного года? Ну что же, друзья, давайте посмотрим, кто стал у нас финалистом. И на третьем месте у нас победитель под ником. Сейчас я вам покажу. Моряк учил меня, как доставать эти карты. Сейчас вы увидите диво дивное. Итак, победителем у нас становится... Что за чудо-юдо? Пиковый король. Не может такого быть. На такой случай моряк мне показал одно хорошее движение. Нужно сделать лишь вот так. И появляется наш первый победитель. Место номер 3. Это Артём Григорьев. И его комментарий к видео... Смена цвета колоды Эда Марло. Итак, что же получает у нас Артём Григорьев? Артём Григорьев из Дед Морозовского мешка получает вот такую вот колоду Bicycle Guardians. Артём, от души вас поздравляю, эта колода теперь ваша. Итак, кто же стал у нас победителем и занял второе место в нашем конкурсе? Сейчас я вам покажу, моряк учил. Это у нас тройка крести, ну этого не может быть. Мы ее заменим на настоящего победителя, и это у нас Станислав Коблес. И его комментарий к видео, к итогам конкурса «Лучший комментатор за ноябрь». Итак, что же получает у нас Станислав? А Станислав из нашего мешка получает вот такую вот колоду The Blue Crown в зеленом цвете. Поздравляю вас, Станислав, эта колода теперь принадлежит вам. Ну и кто же стал у нас победителем первого? Кто же стал первым у нас победителем? Сейчас я достану эту карту, моряк учил меня. Итак, первое место у нас занимает пользователь с ником Семерка Крести. Да что же это такое творится? Что за чертовщина творится с этой колодой? Ладно, моряк учил меня, он сказал, что надо поделать вот так, и появляется настоящий победитель. Это у нас Александр Черкасов. И его комментарий к видео «Смена цвета колоды Эда Марло». Что же получает у нас Александр Черкасов? Александр Черкасов из нашего мешка получает вот такую вот колоду Blades Gold Edition. Очень повезло человеку, я бы сам ни от такой не отказался. Итак, Александр, эта колода теперь ваша. Ну, и у нас остается еще один кандидат, точнее не кандидат, а еще один счастливчик, который сегодня выигрывает колоду. Давайте перейдем и посмотрим, кто же у нас стал самым активным пользователем в этом месяце. Ну что ж, друзья, приветствую вас.
Сегодня у нас 31 декабря 2015 года, и это означает, что скоро Новый год. Но прежде чем сесть за праздничный стол, давайте подведем наши итоги. Итак, в этом коротеньком видео мы посмотрим, кто же стал у нас самым активным пользователем по итогам месяца декабря. Как обычно, я захожу в свое сообщество и выбираю раздел «Поклонники». И выбираю «Упорядочить по активность пользователя». Ну, на первом месте Роман Накс, мы уже его не рассматриваем, потому что он нас побеждал. Роман, обязательно делайте тренинг о том, как стать самым активным человеком на канале. И второе место у нас пользователь с ником Нифильтикультяпистый. Вот. Вот именно этот человек и становится у нас самым активным пользователем, точнее победителем этого месяца, месяца декабря. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что достанется этому победителю. И как мы видим, победителем в этом месяце становится у нас пользователь... Что же это такое? Становится у нас пользователь с ником Нифильтикультяпистый. Именно он становится самым активным поклонником этого месяца. Ну что же у нас получает Нифильтикультяпистый? А он из сундука... мешка Деда Мороза получает вот такую вот колоду ЛТД. Ну что же, вот они наши победители, вот они наши счастливчики. Мешок нам уже не нужен. От души поздравляю всех победителей. И заодно еще раз поздравляю со всеми наступающими праздниками, с Новым годом и с Рождеством. Ну что ж, на связи с вами был Дед Мороз. До встречи в следующих видео. Пока!